Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в продолжение прохождения нашей замечательной карты о зомби-апокалипсисе. Это уже 4-й сезон, 2-я серия, и я рад вас приветствовать в новой серии. Но, ребята, не забываем ставить лайки, потому что каждый ваш лайк влияет на то, когда выйдет новая серия. Чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем быстрее она выйдет. Я даю вам свое слово, ребята. Не поленитесь, потратьте 1 секунду для того, чтобы поставить лайк. Я за это вам скажу большое спасибо, потому что как только мы наберем 1500 лайков, сразу же выходит новая серия. Я действительно буду очень сильно этому рад. Также, каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас, кто еще не подписан на мой канал, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. И все, что вам нужно, это просто нажать на красненькую кнопочку с надписью «Подписка», и за это я вам скажу еще раз большущее спасибо. Поэтому, ребята, лайк, подписка, потратьте 2 секунды, но за эти 2 секунды вы действительно сможете сделать меня намного счастливее. Но мы больше не будем тянуть и сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, в предыдущей серии мы остановились вот тут, прямо на вот этом заборчике. Поэтому, ребята, сейчас мы будем прыгать вниз и продолжать. Это уже парковка. Кто не помнит цель... Кто не помнит основную цель, то нам нужно было добраться до парковки и найти автомобиль для того, чтобы сбежать с города. Поэтому, ребята, может даже мы сейчас его там найдем, и может даже именно сейчас нам получится сбежать с города. Давайте заменим вот этот железный меч на полностью починенный, то есть отремонтированный железный меч, потому что у него прочность будет намного больше. Ребята, знаете что? Я бы вам хотел сказать большое спасибо, потому что вы реальные молодцы. Мы практически на каждой серии зомби-апокалипсиса набирали по 3-4 тысячи лайков. Ребята, за это я вам хочу сказать действительно большое спасибо. Вы нереальные молодцы, вы самые крутые, поэтому, ребята, я вам еще раз говорю большое спасибо за то, что мы на каждой серии зомби-апокалипсиса набирали больше, чем 3 тысячи лайков. Я буду очень сильно рад, если мы также сможем набрать столько лайков на вот этой серии, и вы тем самым еще раз мне докажете то, что вы реально очень крутые, и я вам действительно буду еще раз очень благодарен. Ну, ребята, сейчас мы, в принципе, будем продолжать еще раз, в очередной раз я там видел, кстати, какую-то книжечку, где было написано «Конец Стива». Джон Стива, ага, ну ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Короче, тут лежит какой-то конец Стиву, да, то есть тут Стив умер, что-то в этом роде. Ребят, может мне еще громче сделать? Вот сейчас мне кажется то, что тихо, когда сейчас появится куча всяких зомби, вот тогда будет очень даже громко. Тут у нас уже парковочка, если тут у нас парковочка, значит тут у нас близко уже конец, но не конец самой карты, мне так кажется, а конец вот этих миссий, что ли, да, то есть... конец прохождения первой части этой карты. Как-то вот так выразиться. Ух, нифига себе, здрасте. Мордашка какая. Ух, так, ну что, ребята. Ну что. Sharpness 2. Офигеть, у нас тут уже лутики есть. Офигеть. Вы вообще поняли то, что в этом этот топор имеет больше атаки, чем сам же, не даже железный меч, а алмазный меч. Это, если честно, очень даже офигеть. Вот это, ребята, я все читать не буду, мне кажется, никому это не интересно, поэтому мы не будем тратить свое время. Чтобы выкинуть, ребята, вот прям скажите мне, что мне выкинуть? Потому что я не знаю, может мне лопату выкинуть? Зачем мне лопату? На лопате, я понимаю, ладно, на лопате шарпнес сколько? 4. Но как там возможно, чтобы на лопате был урон 9? Вы вообще понимаете то, что у лопаты больше урон, чем у алмазного меча и у этого нереально зачарованного топора? Это просто охренеть, честно, ребята. Я не знаю, что творится с Майнкрафтом, но ладно, допустим, то, что это круто. Я, кстати, там видел... Давайте сначала используем вот эту всю лопату. Когда она поломается, вот тогда мы перейдем на топор, допустим, да? Что у нас тут есть? Ух ты, нифига себе, шипы 3! Нам вообще в начале серии говорили то, чтобы мы держали чистый инвентарь, потому что есть много ненужных вещей, которые, в принципе, нам могут не пригодиться. Но я, если честно, каждый раз вот это все забываю. Давайте вот это выкинем. Вот это нам больше не нужно. Я не знаю, что нам тратить. Давайте сначала потратим вот эту конченую лопату и также вот этот золотой меч. Хоть они и круто зачаренные, но чем быстрее мы их потратим, тем быстрее мы освободим 2 слота в нашем инвентаре. Ну что, ребята, это магазин вещей. Это магазин вещей. Поэтому, ребята, нам нужно сейчас тут будет выжить скелеты.
Скелеты? Скелеты? Какие в жопу скелеты, если это зомби-апокалипсис? Почему? Это какой-то сюрпризик нафиг, ребята. Это какой-то мини-босс, что ли? Вы вообще заметили то, что зомби уже пошли одетые? Да, ребята, это какой-то босс. Это какой-то босс. Знаете, как он называется? Это называется скелет. Сейчас, дайте я сюда отбегу. Это называется скелет, главарь банды. Офигеть просто, офигеть. Дайте мы немного отбежим сюда. Вы вообще в курсе то, что они не перестают спавниться? Во, тут прям идеальное место будет. Вот тут. Замечательно. Ну как идеальное? Ну как идеальное? Ща. Ну все, нам в принципе жопа. Ну, как я и ожидал, да? Ну ничего страшного, потому что сейчас у нас будет раунд номер 2. У нас, кстати, есть лук, который я никогда не использую, а нужно бы. Ух ты, вы прям передо мной спамитесь, это не очень круто. Ну ничего, ничего, мы еще не с такими паскудами справлялись. А там, кстати, есть уже открытый выход, то есть мы можем выйти на улицу. Нет, к сожалению, он... Ух, да-да-да-да! Предсказатель, ребята, вы поняли, что это было немного так предсказательно. Я не успел закончить то, что я хотел сказать, и сразу же открылись двери. Я прям, знаете, как будто своим словом их открыл. Но ничего страшного, мы же сейчас все их перепинаем. Круто то, что двери открылись, потому что сейчас мы хотя бы можем уже выбраться на улицу, и нас тут не так будет просто убить, как в том помещении, где реально было мало места для того, чтобы совершать какие-то движения резкие, да? И уворачиваться от зомби и от этих скелетов одетых уже. Замечательно, убили. В принципе, их там не так-то много осталось. Да, вообще немного. Вообще немного. Вообще немного. Выбрались, 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 выбрались. Да, 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 скелетики, давайте, подталкивайте их, подталкивайте. Да, 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 круто, круто, круто. Да, давайте вот сюда. Давайте, подталкивайте. Зомбари идите сюда, а скелеты их подталкивайте, да. Давай, 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 мне даже лучше, потому что они им же урон и наносят. Так, сейчас, идите сюда, зараза, на тебе. Дай мне подбежать, а, дай мне... Ух, он еще и поджигает, нифига себе, это вообще круто. На, зараза. Ты хочешь посоревноваться? Ага, лучше бы ты не хотел. Кстати, то, что этот печь поджигает, это реально круто. Они сражаются между собой. Пускай сражаются, нам же даже это лучше. На тебе и дай мне подойти, зараза. А, и на тебе. И сейчас мы с заднего фланга вот так подойдем и запинаем его. Сейчас еще бы вот этого скелета убить. Зараза, все. Фу, долгий был магазин, в том смысле то, что очень много времени заняло для того, чтобы его пройти. Тут есть крутой золотой сет. Я бы хотел его взять, но, ребят, я не знаю. Я не знаю. Он хоть и очень крутой, но, в принципе, это же золотой сет, но это ничего не стоит. Это же золотой сет, ребята. Давайте вот это выкинем. Это нам 100% не нужно. Выкинем вот это, выкинем вот это. Выкинем вот это. Все, что нам нафиг не нужно. Просто выкинем, да и все. Ну, как-то вот так. Не прям я очистил инвентарь, но хотя бы более-менее что-то, да, я выкинул. Тут, кстати, есть... Так, я сначала обрадовался, но, в принципе, ничего тут такого крутого нету. Лутинг... Нифига себе, хоть это и кирпич, но он зачарен на лутинг 10. То есть, с его помощью... Ну давайте хотя бы один возьмем, ну так, знаете, просто-напросто на всякий случай. О, а вот это возьмем, давайте возьмем вот этот, как это называется, автомат, да. Охрененно, какой крутой автомат, но все же лучше давайте возьмем, потому что если один лук сломается, то мы хотя бы сможем использовать второй. Но в этой серии я хочу пройти еще что-то, то есть это не конец. То, что мы прошли сейчас одну комнату, это не конец. Может, тут будут еще какие-то крутые комнаты, я, если честно, хочу надеяться. Потому что, мне кажется, ну, конец карты в этой серии, я не знаю, будет ли он или нет. Но, может, в следующий, посмотрим, ребята. О, кстати, тут же метро,
Да, что-то в этом роде, да, но это закрыто, да, то есть мы туда не можем пройти, и даже это к лучшему, потому что плюс одно место, которое мы бы проходили еще полчаса, не очень так хочется видеть. Кстати, тут есть какой-то грузовик и куча сундуков. О, вот что мне нужно, вот что я искал. Спасибо разработчикам... А, зараза, это открыть нельзя, зараза, нафиг. Ну, спасибо разработчикам, то, что хотя бы нам дали вот... Ну, хотя бы вот столько картошечки, с помощью которых мы сможем немного наесться. Пол стака картошки, это, если честно, даже очень круто. Тут у нас грузовик, тут у нас, в принципе, должен быть вход в это здание, но это здание, как я понял, закрыто, поэтому туда мы не будем продвигаться. И у нас парковочка. Ребята, у нас парковочка. Security, охрана. И перед парковкой у нас сразу же есть Street 2, то есть улица номер 2. И мы еще даже не успели зайти на парковку, как у нас сейчас вокруг нас появится куча зомби. А знаете что, ребята, давайте мы будем стоять вот тут по центру. То есть зомби будут подходить, а мы сразу же их будем сжигать. Это, если честно, очень даже круто, потому что... Мы... Да, круто, я попал в зомби. Мы будем меньше сил использовать и... Я его убил? Или где он? Не, маленький, маленький. Да, ты меня прям офигеть как толкнул. И я еще и затушил вот этот огонь. Вот ты, зараза мелкая. Ребята, вот напишите в комментарии, кто не любит мелких зомби. Они... То есть я не говорю то, что они страшные. Они, если честно, даже очень миленькие. Но... Заразы такие быстрые и такие назойливые. То, что... Бесят, если честно, очень даже бесят. Но все же. Давай, давай, в огонь, да-да-да, молодцы, в огонь, давай, в огонь, давай, гори, гори. Сами себя поджигайте. Да-да-да-да, вот сюда, да-да-да-да. Мы играем в догонялочки, зомби, давайте за мной, давай. О, молодцы, молодцы. Знаете что, я даже вас трогать не буду. Давайте вы просто за мной будете топать и сами себя поджигать. Вы прям нереальные молодцы, дебилы. А, ну все же, давайте им поможем. Избавим их от страданий, чтобы они столько не мучились, мы сейчас их сами добьем. Вот этот сам себя поджег, вообще красавец. Золотой зомбарь, золотой. Золотой! Вот этого нужно убить. Да, вот сюда, круто, поджигайтесь. Я потушил, это я сам, да, потушил огонь. Вот я балбес, а. Но сейчас нужно в первую очередь вот этого золотого убить, а потом вот этих мелких пешек, как их можно называть. Вас еще там много, потому что, если честно, уже запарился. Но сейчас эта лопата уже сломается и освободит нам один слот в инвентаре. Круто. Смотрите, что в чате написало, то, что дверь охраны была открыта, и мы можем быстренько пробраться внутрь. Мы сейчас это же и сделаем, но давайте я еще хотя бы добью вот этих зомби, потому что, ребята, у нас уже 233 убийства зомби. Чем больше зомби убиваем, тем большими профессионалами мы становимся. Поэтому, если честно, это даже очень круто. Ну... Кстати, что я вам хотел сказать. Не забываем, ребята, то, что вы можете со мной посоревноваться. А как именно? Вы можете скачать эту карту, ссылочка на которую уже находится в описании, и также пройти ее. И что самое главное, ребята, посмотрите вот тут под камерой. Вот тут. Там написано, сколько я уже убил зомби и сколько я раз уже умер. Вы можете со мной посоревноваться, проходя эту карту, написать в комментарии под этим видео, сколько зомби вы убили, сколько раз вы умерли, и тем самым показать, насколько вы большой профессионал при выживании в зомби-апокалипсисе. Мне действительно будет очень сильно интересно посмотреть на вашу статистику при выживании на вот этой крутой карте. Ну, я тут, кстати, заметил наковальню, поэтому с ее помощью мы сейчас можем что-то зачарить. Кнокбэк 2 на алмазненький меч. Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Но что-то мне кажется, то, что это вот тут обман. Look this book. Мне кажется, или cook this book. Нет. То есть, приготовь эту книжку. Мне кажется, ли это обман? Потому что нету тут... Это не книжка зачарования, да? Tom Security West. А, это вот... Это не книжка зачарования, это обычная книжка, то есть, ну, она просто-напросто переименованная, чтобы просто-напросто засорить наш инвентарь. Мы сразу же его сейчас выкинем, но больше мы ничего, да, не можем зачарить. Мы можем Protection 4 и также Fire Protection я где-то видел. А, нет, это вот эта книжечка. Но у нас, в принципе, много вещичек так поломанных, поэтому я не хочу сейчас... их использовать, то есть их зачаривать. Но сейчас мы вот это все выложим в инвентарь. То, что в данный момент мы использовать не будем. Emergency barrier.
Ага, круто! То есть, чтобы сюда зомби не заходили. Это было рассчитано на то, что когда за нами охотилось много зомби, то что мы бы сюда забежали, и они бы нас не смогли тронуть. Но все же без разницы, потому что мы и так их всех победили. Круто! Ух! И вы хотите, чтобы я тут нашел нашу машинку, с помощью которой мы сможем убежать с этого города, зараженного зомби-вирусом? Я бы хотел надеяться на столько машин, то что я вряд ли смогу найти нам нужную. Наверх мы... Да, наверх мы не можем пойти, поэтому нужная машинка у нас должна быть вот на этом этаже. О, кстати, кнопочка. Парковочный гараж. Ну что, ребята, вы готовы еще к одной волне? Ух, погоди секунду, этот эксперимент имеет некоторые технические неполадки. Двери откроются через какой-то момент. То есть вот эти двери вот тут наверху, сейчас давайте вот сюда добежим, вот эти двери. Но все-таки я буду надеяться, что они действительно смогут открыться, потому что я не хочу тут действительно просидеть еще полчаса. Офигеть. Ребята, вы вообще замечаете то, что сейчас у нас идет? Они быстрые заразы! Так, нам нужно что-то новенькое. Нам нужна новая тактика. Вот сюда нам нужно. Дайте мне туда пробраться. Зараза! Зараза! Уходи, уходи! Что у нас тут? Двенадцать урона. Я даже не раздумывая сразу вот это все забираю. Ребята, вы видите, как называется вот эта бронька? СВАТ-бронька. То есть, броня спецназа. Это круто. Что она написала в чате? Кажется, я вижу твою машину на втором этаже. Это очень круто, но погоди секунду, потому что нам нужно отбиться от этих зомби. Я, если честно, все? Или, ну, да, конечно, все. Их еще там столько, то что это можно с ума сойти, поэтому сейчас мы будем отбиваться. Ребят, смотри, у нас 250 убийств. 251, вы видите? Ну, дайте мне секунду. Двери уже опускаются, и нам написали то, чтобы мы подождали еще одну секунду. Зараза, давай-ка ты немного хотя бы поторопись, там я уже заколебался ждать, если честно. Иди сюда, скелетон вонючий, ты меня, если честно, уже заколебал. И смотрите, у нас уже 268 убийств. То есть зомби тут офигеть как много, поэтому это действительно испытание на выживание. Сколько вы сможете продержаться при зомби-апокалипсисе. Это реально очень даже круто. Все. Двери были открыты, давай продвигайся к своей машине. Сейчас, чувак, подожди немного, нам еще нужно перебить вот этих всех зомби, и только потом мы будем продвигаться, потому что мы хотим поставить рекорд. Ребята, я же с вами соревнуюсь, поэтому сколько вы зомби перебьете, сколько я, это действительно будет какой-то результат. Поэтому я хочу вас победить и убить больше зомби, чем вы. Еще плюс 2, точнее, плюс 3 даже. Вот так. Еще один. Ух ты, нифига себе, сколько вас тут. Вот этого золотого нужно 100% убить, потому что он слишком такой жирный танк, можно сказать. Еще вот этого. А, кстати, где вот тот иссушитель в железном сете и с железным мечом? Я, если честно, не помню, но хотелось бы верить в то, что он уже давно умер, потому что я не хочу его больше встретить. Он такой шустрый, то что это с ума может сойти. Так, где наша машина? Где наша машина? Она должна быть где-то тут 100%. А там еще, кстати, внизу кто-то есть. Я не всех убил. Вот ты, зараза. Вот ты, зараза, иди сюда. Тебе. Ух ты, нифига себе. Тебе и тебе. Все, всех убил. Наверное, всех. Кстати, тут у нас еще одна золотая кнопочка. Мне кажется ли он нас обманывает? Мне кажется, или наша машина все-таки будет на третьем этаже? Мне кажется, эта зараза нас обманывает. У меня есть вот прям такое ощущение. Нажми сюда для того, чтобы поехать. Машина игрока. Все, ребята, он мне даже в чат пишет, то что поздравляю, первый эпизод уже выполнено, но запомни то, что дальше будет только хуже. Ха-ха-ха-ха-ха. Встретимся в следующем эпизоде, точнее в эпизоде 2.
Ребята, вы знаете то, что делать, если вы, конечно, хотите увидеть следующий эпизод. Давайте мы оденем вот этот деревянный меч, у которого 12 урона. Почти 13 урона, больше, чем вот в этого алмазного меча. Офигеть просто. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, потому что как только мы наберем 1500 лайков, сразу же выходит следующая серия, следующий эпизод вот этой замечательной зомби-карты. Я очень надеюсь, то, что она вам понравилась. Поэтому, ребята, чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. И именно от вас зависит, когда она выйдет. Секунда, чтобы поставить лайк, это не так-то много. Не будь уже настолько ленивый, если ты поставишь, то я просто-напросто зауважаю тебя еще больше, потому что это действительно докажет то, что ты хочешь видеть мои видео. А мне нужно знать, хотите ли вы их видеть, ребята. Вы можете доказать, поставив лайк. Также вот там в уголку есть красненькая кнопочка, если вы еще ее, конечно, не закрыли. И также под видео есть красненькая кнопочка с надписью «Подписка». Я также буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я рад каждому новому другу, который подпишется на мой канал. Я еще раз вам скажу спасибо, если вы потратите 2 секунды на лайки, на подписку. Также можете написать комментарий, это еще будет намного круче, не поленитесь. Ребята, если вы это сделаете, я действительно вам скажу большое спасибо, потому что вы нереально крутые. Ребята, вы знаете то, что делать. Спасибо тем, кто досмотрел видео до конца, а не перемотал и не выключил. Вы тоже очень сильно крутые, не каждый досматривает видео до конца. Многие, как я уже сказал, выключают на середине. Если вы это сделали, точнее, если вы досмотрели, а не сделали, то есть выключили, то я вам всем жму руку. Вы реально крутые пацаны и девушки, если тут, конечно, есть девушки. Но, ребята, я еще раз вам хочу сказать спасибо за просмотр. Мы прощаемся сегодня. Я надеюсь, то, что вы придете посмотреть мою следующую серию, мое следующее видео. Я всегда рад, если вы придете. Я рад каждому новому человеку. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.